Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Видинской школе номер 10 прошел финал конкурса «Педагог года». Каждый, кто принял в этом участие, уже одержал победу над собой. Итоги работы за год депутата Артема Грудинина. Приходят люди с конкретными вопросами по Ленинскому городскому округу, по конкретным нашим территориям. Во Дворце культуры прошла выставка «Раздача бездомных животных». Это будет наш любимец. У него потрясающе красивое имя – Прометей. В Видновской школе номер 10 прошел ежегодный конкурс «Педагог года». Четыре учителя из Молоковской, Лопатинской, Мисайловской и школы совхоза имени Ленина смогли дойти до финала и покорить сердца строгого жюри и зрителей. С подробностями наш корреспондент Екатерина Борисова. За звание лучшего педагога Ленинского городского округа в этом году боролись 10 учителей. Но до финала удалось добраться лишь четырем из них. Каждый, кто принял в этом участие, уже одержал победу над собой. И поэтому всем участникам этого профессионального конкурса я выражаю свою благодарность. Я думаю, что мы наградим их аплодисментами. Все участники конкурса, по словам жюри, показали себя достойно и были награждены дипломами. Это был для меня огромный-огромный опыт. Мне очень понравилось. И, наверное, где-то даже я не жалею, что я не прошла дальше, потому что есть над чем работать, есть к чему стремиться, поняла свои какие-то ошибки. Лопатинскую школу в финале представила руководитель Гагаринского музея и отряда учитель младших классов Наталья Попова. Я пришла на этот конкурс представить новую методику природосообразную, которая направлена на сохранение природы ребенка, на развитие его целостного мышления, методика, можно сказать, будущего. И в этом мне помогает сотрудничество с Русским космическим обществом, с нашими российскими учеными. А вот молодой учитель математики Молоковской школы Айдар Жилмуханов поставил для себя нелегкую задачу развеять миф о том, что алгебра и геометрия – это скучно и сложно. Математика не всегда скучный предмет. Можно сделать его веселым. И вот сегодня я вам это все покажу. Современный педагог – это человек, который должен не стоять на месте и постоянно учиться, самосовершенствоваться, искать что-то новое. Потому что застой – это смерть, как известно. Финал конкурса состоял из 4 этапов: визитная карточка, представление о педагоге классике, ответы на вопросы из зала и презентация известного фильма о школе. Мы Надины ближайшие подруги. Ее любят педагоги, как ее любят родители. Она ведет огромную общественную работу. С каждым из финалистов приехала внушительная группа поддержки, состоящая из учеников и коллег. Надежда Васильевна – это лучший педагог за всю мою школьную жизнь. Я ее запомню надолго. Она очень ответственная, она достаточно строгая, но в меру. Она не только хороший педагог, она очень хороший человек. И мы все ее очень любим, она целеустремленная, мы все в нее верим и ждем ее победы. В итоге педагогом года Ленинского городского округа стала учитель истории школы совхоза имени Ленина Надежда Литвинова. Именно она будет защищать честь муниципалитета на общеобластном этапе конкурса. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Конец года, время подведения итогов работы, в том числе и у представителей депутатского корпуса. Наша съемочная группа встретилась с депутатом Совета депутатов Ленинского городского округа Артемом Грудининым, чтобы узнать, как для него сложился этот год. Подробности расскажет Максим Козлов. Рабочий день депутата Артема Грудинина, как и всех его коллег по депутатскому корпусу, не нормирован. Проблемы граждан он знает не понаслышке. Во-первых, я житель Ленинского района всю свою жизнь, и последних несколько лет я прожил в горках ленинских, поэтому, да, это мои родные места уже. Приятно то, что люди не стесняются подходить, у всех есть разные вопросы. Не всем, правда, получается помочь, потому что иногда вопросы такие нерешаемые, по крайней мере, на местном муниципальном уровне. Но зато советом помочь, подсказать, каким лучшим способом решить данную проблему, это всегда пожалуйста. Естественно, не только советом помогает своим землякам Артем Грудинин. В отчете о работе депутата, как правило, включаются только заметные дела. И очень многое, как говорится, остается за кадром.
Я такой активный житель, мы поддерживаем с ним постоянный контакт. Помогал во многих случаях, вот крышу делал я. Вот он вызывал сюда и генерального директора, и подряд организацию. Работает человек, старается, помогает, чем может. Совет депутатов и администрация округа – две ветви местной власти. И, по мнению Артема Грудинина, его задача – быть проводником надежд и чаяний жителей. Когда эти две параллельные ветви работают совместно, то получается очень хороший результат. С Артемом Павловичем мы постоянно в контакте, знаем через него от наказа жителей, от требований. Так что да, работаем постоянно вместе. Прием жителей депутат Артем Грудинин проводит два раза в месяц. Один прием проходит в Горках, другой в поселке Петровское. Но с просьбами люди обращаются, как мы уже упомянули, в любое время. Приходят люди с конкретными вопросами по Ленинскому городскому округу, по конкретным нашим территориям, и чаще всего там либо депутатским запросом, либо, извините меня, банально телефонным звонком. Всегда можно попробовать помочь. У Горкинского храма первосвятителей московских кипит работа. Убирают снег после обильных осадков. И здесь, как выясняется, не обошлось без действенного участия депутата. У нашего храма очень много друзей. Вот, и очень много неравнодушных людей, которые любят храм и помогают этому храму. Вот, и один из друзей нашего храма, это как раз Артем Павлович, помогает этому храму всячески и физически помогает. Приезжали люди, они помогали и расчищали здесь все эти сугробы, и он сам тоже приезжал и помогал здесь в уборке территории вместе со мной. Артем Грудинин признает, до реализации многих поставленных целей еще довольно большой путь, но главное – идти вперед, и тогда все получится. Когда я избирался, у меня было порядка 15 депутатских наказов, которые, естественно, до завершения своего срока я бы очень хотел реализовать. Но, вы знаете, большим-большим прорывом в этом году было то, что мы наконец-то сделали дорогу на кладбище в деревне Коробово. Как только съемка закончилась, к Артему Грудинину тут же подошла одна из местных жительниц с очередной просьбой, а может быть, пожеланием. Люди знают, что их депутат в помощи не откажет. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Актив общества ветеранов Ленинского городского округа подвел итоги работы за год и наметил планы на будущее. Традиционно встреча прошла в формате чаепития. Заместитель главы муниципалитета Татьяна Квасникова посетила мероприятие и поблагодарила ветеранов за плодотворную совместную работу. Подробнее в сюжете Юлии Погосьян. Обществу ветеранов Ленинского городского округа ни много ни мало, а уже 35 лет. За эти годы состав значительно обновился. Сегодня здесь не только участники Великой Отечественной, но и офицеры других боевых действий. Ведут патриотическую и воспитательную работу. Даже в этом году, несмотря на сложную обстановку, провели ряд мероприятий. Хотелось бы поблагодарить всех, да, принимали участие все, но вот как бы отдельно, хочу именно нашего руководителя военно-патриотической комиссии Валерия Федоровича. Он же является членом правления фонда на «Щит правопорядок». Мы первые в Московской области, да, ветеранская организация, заключили соглашение о совместной работе по военно-патриотическому воспитанию. Всего более 50 мероприятий. Это только за 2022. В частности, выставки, посвященные годовщине службы внешней разведки, а также уроки мужества. Обо всем об этом актив общества ветеранов говорил на ежегодном подведении итогов. Формат заседания праздничный. За чашечкой чая в гости приехала заместитель главы администрации Ленинского округа Татьяна Квасникова. Вы удивительная команда. Вы та общественная организация, которая... вот так много делает, вы все абсолютно все очень неравнодушные и очень заботливые люди. Берегите себя, живите долго, это очень важно. Вы гарант безопасности завтрашнего дня. От имени главы Ленинского городского округа я примите, пожалуйста, очень хочу передать слова глубочайшего уважения. Много говорили о создании памятных табличек, переименовании улиц и скверов. К такой инициативе администрация муниципалитета всегда относится с интересом. Конечно, не забыли представители общества ветеранов и о предстоящем зимнем празднике. Поздравили друг друга с Новым годом и пожелали, чтобы все мечты исполнялись. Поздравляю с Новым годом. Можно, я хочу можно сказать, чтобы было все, все именно вот так. Чтобы были только хорошие новости. А самое главное, чтобы мы возвратили свое привычное состояние, и на нашей планете был мир, и мы вышли из этой СВО победителями. От главы округа Татьяна Квасникова передала ветеранам памятные подарки. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.
Во Дворце культуры прошла выставка «Раздача бездомных животных». В благотворительной акции участвовали приюты из Троицка и Долгопрудного. Пушистые и ласковые, хвостатые и подвижные питомцы доброжелательно встречали всех посетителей. Некоторых счастливцев практически сразу забрали домой жители Видного. С волонтерами и их любимцами познакомилась наш корреспондент Галина Житкова. На благотворительную выставку своих питомцев привезли волонтеры Центра реабилитации из Троицка и приюта для животных Долгопрудного. Зоозащитники добровольно помогают пристраивать кошек и собак в семьи. Рассказываем не просто, как правильно помогать бездомным животным на улице, но где находится ближайший приют, реабилитационный центр, чтобы люди могли помогать животным безопасно для себя, грамотно, при поддержке консультантов, наших волонтеров. Адвокат по уголовным делам Ольга Динзе все выходные проводит в приюте «Счастливый друг». Говорит, что времени всегда катастрофически не хватает, но такое общение с животными считает для себя лучшим отдыхом. Питомцы дарят много тепла и ласки тем, кто помогает. Бетти мы нашли на стройке. Ее родственников убили, и через Отлово она попала к нам в приют. У Юми немножко другая история. Она бывшая домашняя, как говорят. Она очень ласковая, добрая, но от нее отказались. Выбросили на улицу, и так она попала через Отлов в приют. Алла Швыркова рассказывает, что в приюте около 1000 собак и примерно 70 кошек. Все ласковые, отлично уживаются в семье с другими животными. Трехцветка Афродита и красавец Беляш обязательно принесут дом новых хозяев счастье и радость. Котики очень ласковые, просто. Вот они с детьми совершенно спокойно могут, и как бы с животными, с другими совершенно нормально адаптировались бы дома. Со всеми дружно. Ведь в комнате несколько кошек, то есть там нет таких, чтобы драк было. Они живут друг с другом очень долго. Волонтеры заметили, что в основном их питомцев забирают молодые семьи. Но бывают исключения, и в этом очередной раз убедились. Нам так к сердцу прилег один котик, что мы решили его взять себе и создать ему самые благоприятные условия для дальнейшей жизни. Это будет наш любимец. У него потрясающе красивое имя – Прометей. В программе выставки не только устройство кошек и собак в семье, но также интересные лекции и выступления. Основательница дома «Зайцев» Кристина Григорьева рассказала о том, как спасают этих животных в Московской области. Надеюсь, что и дети, которые приходят, уже с детства начнут правильно, ответственно относиться к своим питомцам. То есть не как к игрушкам, которую можно выкинуть, а все-таки осознавая в полной мере ответственность. Запланировано проведение таких выставок еще в 12 городах Московской области. Благотворительная акция должна привлечь внимание жителей к проблемам приютов и центров реабилитации для животных, что существует на добровольной основе. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В историко-культурном центре открылась выставка «Советский Новый год». Экспозиция создана в преддверии самого главного зимнего праздника и столетнего юбилея со дня образования СССР. Именно в этот период нашей страны и зародились основные традиции всеми любимого торжества. Нарядная елка с игрушками, Дед Мороз и его внучка Снегурочка, бой курантов, сладкие подарки с советскими конфетами – именно эти экспонаты встречали посетителей выставки. На торжественном открытии сотрудники центра провели небольшую экскурсию по выставочным залам. Гости мероприятия услышали историю зарождения новогоднего праздника, познакомились с коллекцией советских игрушек, узнали о создании и авторах песни «В лесу родилась елочка». А для чего мы эту выставку создали? Мы эту выставку создали для того, чтобы показать то, что у нас есть в фондах. Это наша советская елочка с фонариками, видите, с игрушками 50-х, 60-х, 70-х годов. Эти игрушки приносили нам жители нашего города. Начальник отдела культуры и дополнительного образования Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Елена Гаськова отметила, что выставка получилась очень уютной и по-настоящему возвращает детство. В каждой семье есть определенные традиции празднования Нового года. Есть определенные вещи, которыми мы дорожим. Мне сейчас вспоминается, выставка настолько эмоционально теплая, что приятно здесь согласиться находиться. Праздник завершился угощением шоколадными конфетами и мандаринами. Выставка будет работать до 29 января. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.